Кстати, вот сейчас минут на минуту закончится 24-часовой стрим Дороха. Он мне звонит, говорит, я тут ляпнул, что если там наберется 500 тысяч, надонатится, то я буду сидеть 24 часа. Можешь приехать хоть о чем-то со мной поговорить? Я приехал, я говорю, давайте, если будет 750 тысяч рублей, то Дорох будет говорить час, я долго. Выяснилось, что нельзя так говорить, и мы выбрали, чтобы он говорил, я Коко Джамбо. Я жене рассказывал вчера вечером, ночью я приехал, говорю, вот представляешь, Дорох такую сейчас историю замутил. Он такая говорит, вы дураки, 40 лет скоро, вы что, херню страдаете? И утром я просыпаюсь от того, что жена говорит, смотри, что он делает. Я вот так смотрю, так стоит сон, и говорит, я Коко Джамбо.